Я дома! Андрю, привет! Погодите! Три девчонки, одна жена, кого-то не хватает! Ты про него? Вот он, мой сынок! Я знаю, ты любишь своего папу. Давай, скажи, папа, папа! Ну, конечно, он тебя любит, просто не выражает это мимикой. Или языком тела. Правда же, Грю, младший. Ты на меня сейчас! Грю, нужно поговорить. Твоей семье грозит опасность. Что? Максим Лемаль сбежал из тюрьмы. Я тебя отомщу, Грю! Вы живете пока в тайном доме. Тут есть автомат с вкусняшками. Обожаю этот дом. О-ла-ла. Люка. Когда идешь на дело, самое главное — быть готовым к внезапным опасностям. Это транквилизатор! Спасибо, Ром.